as you execute an activity, the benefit, the pleasure goes down. В материальной жизни, когда вы чем-то пытаетесь наслаждаться, наслаждение постоянно уменьшается. How many of you did energetic fasting? Кто из вас на последние кадыши держал нирджал и кадыш, то есть полный пост? Поднимите руки. So, after the fasting, you were really hungry. И после поста вы, наверное, очень сильно проголодались. Да? It wasn't so bad here, but in India, it was really hot on that day. Здесь у вас еще не так плохо было, но в Индии в этот день было очень-очень жарко. И тем не менее, многие преданные держали полный пост, даже не пили воду, хотя очень жарко. Но после поста, когда вы берете первую чапати и едите ее, вы испытываете огромное счастье. Со второй чапати уже поменьше счастья. С третьей еще меньше. Уже еще чуть-чуть поменьше. И в конце вы говорите, ну все, больше не надо, все. Надоело. Это закон материальной деятельности такой. But spiritually, logically, Ananda Bodhivada never goes down. The pleasure you experience always goes up. Но в духовной деятельности другой закон. Ананда Бодхивардханам никогда не уменьшается счастье, оно только усиливается. That is the transcendental nature of the Lord. Такова трансцендентная природа Господа.